Здравствуйте, с вами снова Артемий ТВ, и это второй совместный видос. Да, с вами я, Нео ТВ. Я с Артемием ТВ буду снимать видео про Асфальт Нитро. Он будет первый раз сейчас играть в эту игру, он просто эту игру не знал. Да, разрешение. И это гонки. Угу. Эпичные гонки, которые я и всю проходил. Это там такие впечатления, меня просто все это впечатлило. Итак, сделаем себе 13. Итак, 13 мужской. Итак, сейчас ты будешь проходить тренировку. Значит, обучение. Все, сейчас будешь проходить тренировку. Ну что, сделаешь то, что там будет, да? Чего? Короче, сейчас увидишь то, что тебе там на тренировке покажут. Тренировка, как во всех гонках, обычная тренировка. Но я тебе запустил ее, чтобы ты попробовал сыгрануть. Можешь пропускать. А, нет, это же так всегда. Вот ты пока на Шевроле, это тренировочный заезд. На стрелках, ну после тренировки ты должен поворачивать. Задолбали, блин, с этим поворотом. Итак, по экрану. Управление. Вот настроить. Убирать кнопками. Все, вот так. Продолжить. Ё-моё, опять не это. Сейчас. Надо опять настройки. Странно. А, тут пока нет такого. Тебе приходится на этом управлении. Ну, это, вертеть планшетом. Блин. Ну, попробуй так. Мне бесит это меня. Делай нитро. Сейчас нажимай. Вот, да нажимай там, где красная полоска. Поворачивай. Дрифтуй, это нажимать на тормоз и поворачивай. Блин, ты стормозил сейчас. Разгоняйся. Нет, сейчас этого не надо. Сделай идеально нитро. Это смотри. Вот на красный нажать. А, ладно, плохо. У меня эта тачка тоже была. Дрифтуй, блин! Авария. Первая твоя авария. Ты ж не любишь на таком управлении, да? Мне бесит это. Разворот это мне надо. Мне удобнее на кнопку. Поворачиваюсь и дрифтить. Вот. Но неудачно. Ну да. Так, это вот. Блин. Ага. Ну хотя это твоя первая тренировка, вот финиш. Все, ты прошел. Ок. Вот тебе дали мини-купер. 50 жетончиков, монеты. Вот твоя карьера. Далее. Это не... А, Дарн, да, это Дарн надо. Все, начинай гонку. Только вообще я тебе настрою управление на стрелках, что ты ж сам это не любишь, да? Там поворачиваешь, тебе на стрелках только удобнее, да? Угу. Давай быстрее грузи, ё-моё. Ты что такой долгий, а? Вот мне тут не нравится то, что тут долго загрузка. Когда начинаешь гонку.
Ну что с тобой делать? А мы просто молчим, как дурачки. Ладно, все, гонка начинается. Сейчас я тебе настрою. Ничего не делать. Так, настройки. Управление. Поворот кнопками. Настроить. Стоп. Это сейчас сам настраиваешь. Так, а какие? Вброс. Итак. Что-то сам не понимаю. Стоп. Ну-ка, что это? Ну, сам сам. А, нет. Ну, опять надо посмотреть. Да ё-моё. Может, тогда на этом управлении? Попробуем сенсорно. С рулем? Да? Ты с рулем будешь пробовать? Ну, попробую. Ну, есть, давай, там. Нажимай окей. Газ снизу у тебя. Нет, это тормоз. Нажимай. Еще раз. А, ладно. Нажимай еще раз, чтобы быстрее разогнаться. Не удерживай. Может, блин. Надо сверху хвататься. Смотри, давай теперь. Я пойду. Давай я попробую пройти гонку. Ну давай. Сейчас это я на ЛТВ буду и проходить ему гонку. Ты что, смотри, как надо. Итак. Самая язычная гонка. Жалко, что тут там. Ну да, тут неудобное управление, тут на стрелочках не добавили. О, тут новое обновление. Тут такого не было, если ты нажимаешь еще раз, то вот экран менялся. Так. Сделали удачный дрифт. Оп. Залетаем. Все, погнали. Ну что, как тебе игра? Тебе по-любому не понравилось из-за управления, да? Мне она не понравилась, ну, потому что управление невозможно. Ну, я понял. Дрифт. Полетели, как вертолетик. Я свободен. Ага. Так, дрифтуем. Все, поехали. Все, мы первое место. Чего? Он только что на двух колесах проехался. Так, я тебе могу поменять имя. Наверное, сейчас я вспомню, как это там надо делать. Да, тут, наверное, можно менять имя. Ох, как всегда, опять долго. А, нет, тут недолго. Требуется разрешение, окей. Разрешить. Итак. Нахрена, ну ладно, улучшим тачку. А тебе нахрена улучшать, если мы можем тебе... А, ящик! Точно же. Тот же бесплатный ящик. Мы раскрываем себе все карты. О, бензинчик получил. Все, поняли. Да. Мы тебе вкачнули. Нафига меня учить, если я знаю. Хотя это же для тебя. Зачем нам донатить на Шевроле? Чего? Какая загрузка? Уведомления не надо. Итак, сейчас я тебе поменяю. Сейчас сообщение. Достижение. Тут за достижение ты получаешь прыжи сейчас. 150. Да и мне прыжит. Сейчас я тебе поменяю и... Ты себе какой хочешь? Волком? Не, вот этим. И понятянем? Сейчас попробуем сам. Давай тебе сейчас тут, я не помню, как менять имя. А, стоп.
Это эмблемы. Нет. Блин. Нет, тут, наверное, имя нельзя менять. Будем на этом заканчивать видео? Стоп, управление? А, опять то же самое управление. Будем заканчивать видео? Давай. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Не забудьте ставить лайки и подписываться на канал. На Нео ТВ, на мой канал, и на Артемия ТВ, на его канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Угу. Да.